не работает. Я говорю, Люба, у нас нет такой девочки, мулатка. Ну, я думаю, супер мулатка. Еще я думаю, у нас мулатка. Так. Мулатка, шоколадка. Так, Николаус пишет, всем приветик, и тебе приветик. Вебку, Люба, плиз, пишет Максимус. Максимус, ну не хочу я, ну честное слово, не хочу. Тогда это еще займет как минимум полчаса, потому что нужно пойти и снять халатик, то бишь домашнюю одежду, надеть что-то другое. Ну, а нас ребята и так заждались, собрали свои команды, возможно, уже ждут, не дождутся. Привет, девчонки, пишет нам Алла Зар, и тебе привет. Так, Светуля, тебе тоже приветик, спасибо за угощение. Но на самом деле мы вроде бы очень веселы сегодня. Ага. Так, Кроха пишет. Любаша, Танюша, Риша, привет и все-все-все. Спасибо, Кроха, спасибо, Саня, и тебе привет. Так, Настенька наша отписалась относительно супермулатки. Так, ну здесь на самом деле читать не перечитать. Коломба уже ставит на противников. Ах ты ж, это, в общем, нехороший какой, не хочешь за нас болеть, да. Опять пишет. Ставлю на противников. Ребята, напоминаю о том, что после того, как Таня Кошка напишет на твитчик, что ставки принимаются, только тогда ваши ставочки будут работать. А до этого все, что вы напишете, будет восприниматься как мелкий и не очень хороший троллинг. Так, ну что ж. Так, с твитчом поговорили, с составом разобрались. Девчонки, мы все готовы к бою? Так точно. Так точно. Так, а готовы ли к бою, скажем так, те, кто желают встретиться против нас? Вот в чем вопрос. Я так, думаю, что Иришка. Я собираю свои команды. ESL каналчик на тебе, поэтому задавай, спрашивай, общайся. И, ребята, не забываем о том, что если ваша команда встретится против нашей команды, вам обязательно необходимо отписать кодовую фразу «Убить леди». Именно эта фраза активирует вашу возможность выиграть 500 голды за уничтожение танка стримера под ником «Леди Босс Вумен». Не забываем, потому что у нас в наших стримах бывают такие моменты, когда мы видим, что ребята играют с нами по отчету, но не отписывают нам кодовых фраз и таким образом теряют возможность выиграть голду, которую вам согласна отдать компания ESL и мы, но, к сожалению, правило есть правило. Так, есть ли у нас готовые команды? Квот нам тоже пишет «Привет, девчонки, удачи вам в боях». Квот, давайте скоординируйтесь с теми, кто у нас уже есть в ESL-канале. Собирайте команду и вперед в атаку, вперед на встречу с нами, с девчонками женского отдельного батальона БОСВ. Мы ждем встречи именно с вами. Поехали, девчоночки, пока мальчишки пускай собирают свои команды. И, девочки, просят вас говорить погромче, а то меня слышно громче, чем вас. А сейчас я давайте... Давайте я вас всех сейчас подкручу, потому что у меня вот привычка стримерская, я так, чтобы меня слышно было. Сейчас зайду в тесочку, еще пару минуточек потеряем. Максимус нам пишет, нет, я боюсь против вас воевать. Да ладно, Максимус, я типа не знаю тебя. Так, ничего страшного, подождем вебку, нам пишут. А я пока отправляюсь в ТС-очку. Так. Теперь каждую буду подкручивать. Тебе надо говорить раз. 2-2-2. 3-3-3-3. Ты там называй как-нибудь, а то мы будем считать. Кому подкручишь, кому не подкручиваешь, непонятно же. А я всем по очереди подкручиваю. Я уже до этого экспериментировала, приблизительно знаю, насколько надо подкрутить. И кто у нас тихо разговаривает, я тоже знаю.
Настю тут вообще на максимум надо ставить и Инну. Ага, а мне делать, наверное, потише. О боже, ты у меня теперь орёшь. Я же говорю. Мне... О боже, я сделаю тише наушники. А я приглушённо начинаю разговаривать, даже не кричу. Таня, смотри, не усни. Не верю я, что ты приглушённо так громко говоришь. Да серьёзно. Вон нашу Лену уже приглашают во взвод, Елазар. Не тот ли этот юноша, к которому она вчера спешила? Все может быть. Все может статься. Так, ну что, всех девчонок подкрутила. Ребята, если вдруг чего не так, то... так, как если его... кому-то мало. А, пишите, да, если кому-то мало. Ну просто я боюсь сама слух потерять. Так, что у нас еще? Пожелания от Максимуса, Люба. Давай, тащи всех там. Так, она уже нас подкрутила, поэтому потащит. Да, сейчас все потащим свои маленькие... как их правильно назвать? Мне так ударение не ставится. Не кормушечки же. Ну хорошо, тогда пусть... Ну вот пусть будут кормушки. Это звучит более прилично, по-моему, нежели все остальное. Так, ладно, давайте, девочки, наверное, сделаем отчетик. Как минимум покажем, как это делается в прямом эфире, как делается отчет. Давай. Я Правда, начинаю. У нас Армандик списал, что ему нужна секунда, но секунда, правильно Сабрина отвечает, прошла. Поэтому, девчонки, пора смело отправляться в бой. Хватит сидеть в ангаре, танки ржавеют, камуфляж стирается, и нам пора. Так, и Иришка уже делает отчетик. 5, 4, 3, 2, 1, пиу. Ну что, ребята, давайте не теряйтесь, скорее присоединяйтесь к нам и попадайте вместе с нами в прямой эфирчик. И, попадя к нам в бой, помимо кодовой фразы, которая обязательно, можете писать такие сообщения, как «Передаю привет своей бабушке», «Бабуля, милая, я в телике». Танюш, можно отписать, наверное, «О, молодец». Так, уже Андрей сразу написал, команда девочек победит. И ставит на противников Коломбо. Все-таки на противников. Ай-яй-яй, как вы в нас не уверены. Так, Лилианочка с нами здоровается. Наташенька, приветик тебе. Так, ну а мы вернемся к бою. Так, нам нужно нападать. Так. И делать мы будем это. С какой же стороны мы это сделаем? Слева. Давайте попробуем поехать слева. Так, ЛТшечка, вернее, Ира, твоя задача поехать приблизительно к первой базе, немножечко здесь покрутиться, посветить, узнать, где они, только на них не вылазить. Аккуратненько подъезжаешь туда. Девочки, а мы все слева едем. Можно зайти даже на базу, отвлечь их внимание. Если там никого, если там никого нету, то можно тролльнуть. Но пока ты подъезжаешь в объездик, вот как мы там вот обычно, сюда, сюда... Постоишь, посмотришь, и только тогда можешь быстренько попробовать пробежать по базе, на краешек встать, но только за свет, и сразу падай в низинку. Здесь даже спрятать за ней. Ух ты, Лиззи Смурф прям так написал, первая катка девушек Винса, счетом 8-5. Ого! Смурфик, спасибо тебе прям за такое. Мне кажется, не нужно пока выезжать, пока там... Да, давайте задефимся, стоим. Чтобы мы не светились, чтобы мы не светились. Кстати, да, вот из третьей у нас один вниз спустился, можно спуститься вниз и потом выехать снизу. Только вот аккуратненько подъезжаешь и не поднимайся пока. Восставший из ада, да. Мне на базу вставать? Стань на краешек. Встань. Да, только смотри, потом тебе нужно будет в низинку падать. Но желательно не вперед, а все-таки вот назад, получается, вот сюда попробовать смыться. То бишь вниз, ну, сюда вниз, к нашей базе. Иначе они спустятся и тебя там разберут, если ты к ним вот под горку упадешь.
Они сейчас, подожди, все переедут, оттянутся отсюда. А мы все сразу сюда станем. Ого, и супермалютка возьмет базу. Да. Это будет хорошо. К сожалению, так не получится, потому что... Так, Ира, аккуратненько. Девочки, а теперь мы погнали. Ина, поднимайся. Давайте. Коробочку так, девочки. Попробуем построить. Трое становятся в эту самую Соточка коробку. На горе. Наверное, не, поехали взад накидывать. Ира, ты живи. Девочки, всем задний. Блин, не надо было вообще на базу становиться. Надо было объехать. Поехали их нагибать. Может кто-то туда подъехать, держать их, пытаться. Разбираем, девочки. Хорошо. Так, давайте кто-то еще их встречать, отвлекать. Поехали, поехали. На мне захват, девчонки. Так, Лена, чё там так долго ехала? Давай к нам сюда. Девочки, кто-то еще, кто лишний, давайте на этот самый, навстречу. Настя, не стой. А то они сейчас меня тут отфокусят и отправят в ангар. Девочки, следующего. Крайние из три. Так, кто у нас тут? Давайте 150-ку. Корму не залепила. Хорошо. Мужа не стреляет. Поздравляю, девочки. Ура! Ну, девочки. Я же говорила, у нас было. Коломба. Вот так тебе. Малюткой. Итак, ну я так понимаю, Андрей... Ира, ты нам принесла победу. Да, Андрей, поздравляем вас. Ваша ставка сработала. В принципе, ты знаешь, я думаю, что, может быть, по 50 голды мало? Может, давай по 100 голды давайте разыгрывать? По 100. Так, Андрей, 100 голды ваши, поздравляем. Вы правильно сделали ставку. Напоминаю о том, что кто первый делает ставку правильно, тот и выигрывает. Максимус, помню, спасибо за то, что болеешь. Андрей, пожалуйста, скиньте свой игровой никнейм нам в чатик Твича. И всем тем, кто ставил на нас, всем огромное спасибо, но срабатывает одна ставка, только та, кто ставку эту сделал первым. И также напоминаю о том, что только после того, как Таня Кошка напишет о том, что ставки принимаются, слово «ставки», только после этого пишите, и только те ставочки принимаются. И также можете писать, что вдруг будет ничья. Ой, девчонки, у приват написал Влад Грусков или Гнусков, представляете? Ох, он думал, что его ставка сработает, а он же не первый написал. Ясно. Видишь, какой у меня сразу, да? Чтобы я не мучилась. Угу. Ребят, ставки срабатывают только те, кто первый написал. Кто первый правильно сделал ставку, и его ставка сработала, тот и получает у нас выигрыш. Ну, еще ставки у нас принимаются только ведь на Твиче в чате. Больше только на Твиче, да. Ребята, кто ставочки делает, делаем ставочки на Твиче. Ваша правильная ставка, которая срабатывает, 100 голды. От девушек женского отдельного батальона в СВ. Девчонки, ставьте готов. Угу. Это же я не поставила. Лена. Да, и Ленуся. Убежала куда-то. А, Максимус хочет сыграть против нас. Ай-яй-яй, как тебе не стыдно? Надо девчонкам помогать тащить, когда им это нужно, а не их ехать нагибать. Так, и также вот смотри, что Армандикс готов нагибать, точно собрал команду фиолетовых. Ну что ж, девчонки, сегодня, походу, нам придется страдать. Поехали. Не да? знаю, как давай. Команду фиолетовых, но он всех зовет с нашего каналчика. Ясно. А у нас отчетик уже пошел. 3, 2, 1. Пиу, мы отправились. Так, ну что ж, для тех, кто только присоединился к нам на Твичик, всем приветики. Всем хорошего настроения, приятного просмотра. Но если у вас есть желание не просто понаблюдать, как играют девчонки, а попробовать выиграть голду здесь, прямо сейчас, в прямом эфире, на ESL,
Оставайтесь с нами на Твиче, делайте ставки на то, какая команда победит. Если ваша ставочка срабатывает, получаете 100 голды в награду. То бишь есть команда девочек, команда противников. Ну, также можно попробовать написать ничью. Далее. Это то, что касается Твича, если у вас нет своей команды. Но также вы можете перейти на Ру7 и там собрать свою команду и встретиться против нас. Как это сделать? Все очень просто. Переходим на Ру7, собираем свою команду, заходим в ESL-канал, который создан в танках. И по отчетику отправляемся вместе с нами в бой. Если ваша команда встретилась против нашей команды, не забываем, это очень важно, отписать кодовую фразу, которая звучит следующим образом. «Убить леди». Именно эта фраза активирует вашу возможность выиграть 500 голды за убийство стримера под ником «Леди Босс Вумен». Так, ну и мы возвращаемся к бою. Так, девчонки, у нас сейчас защита, и сейчас смотрите, что мы делаем. Наша Иришка, как всегда, будет нашим разведчиком и нашими глазами, и отправим мы ее сюда. Далее. Мы, девочки, сейчас все едем. Здесь балкончик, по-моему, есть. Так, кто-то вот здесь за камешками становится, где тут они есть. То есть мы сейчас располагаемся все здесь, тяжики. И только наша Иришка отправляется на разведку. Ну, пока все. А дальше ждем разведданных. Вот у меня такое ощущение, что карт другой нет. Ну, карты вот другой нет, все на эту. Не, на самом деле есть, это нам просто везет сегодня. У меня сегодня вот за окошком первый снег пошел. Ну, скудненько, но все же что-то. Племяха радовалась, когда в окошко смотрела утром. А, вот, и вот, пожалуйста, снег, все дела. Так, девочки, а вы вот так, да, где-то... Я забываю, что у них две соточки. Зум-зум, привет и тебе. Андрей пишет, ребята, давайте создадим коалицию. Кто там против девчонок команды создал? Девочки, из третьей кошка может тоже сюда к нам заехать? Так, а ну давай-давай, попробуем поработать. Ты куда из три? Не поближе к базе подъехать, да? Ну, ты смотри, ты светилась там? Нет? Нет. Так, Сабрин, ты засветилась? Нет. А Настя, а ты? Светилась? Я да. То есть они знают про наши позиции, поэтому, возможно, у них сейчас будет перетяжка. Так, быть. Ириша, значит, ты должна аккуратненько там попробовать посветить. Попробуй, наверное, сюда я доехать тебе. Смотрю на базу я на это. Дело в том, что они сзади тебя могут объехать. Такое бывает, когда ты стоишь здесь, они здесь выезжают, и их не видно. Поэтому сюда попробуй съездить до поворотика. Сначала аккуратно там где-то до камешка постоять, засветишься или нет. И, о, Ира, возвращайся назад. Девочки, все погнали на базу, на ту. Ира, попробуй уйти, убегай. Ой, я не понимаю. Ой-ой-ой, девочки, понизу едем. Девочки, падаем все вниз. Конечно. А потому что по мне уже работают. 12-я кто может взять? Девочки, там у них еще 50-100. Угу. Сотки на горе получается. Угу. Вам надо вот этих ИСов сначала забрать. Нам нужно было некоторым... Один из третьей, останься на балконе. Надо им не вот так вот обойти, потому что сейчас они будут разворачиваться. Может, дело в том, что туда сейчас сотки приедут. И не просто они нужно на балконе стоять. Они тебя будут с вас с балкона сейчас дамажить вот здесь вот. Настя, не выезжай. Один из третий останется на второй базе прикрывать. Один из третий должен у нас постоять вот здесь на балкончике, где мы стояли с Настей. Ну вот они обошли. Вот я и говорю, поэтому давай стреляй, Мичка. Тогда у нас там слишком мало девочек, 2 против 2. Трое. Тем более у них там третий еще. Ну, девочки, я не знаю. Вот они от кадешины вот приехали. Смотри, вы забираете... Неправильно мы разделились. Ну, поехали, девочки. Давайте кто-то выезжает, а то меня сейчас разберут. Короче, забирайте сотки. Там он 12-й еще выехал. Я по нём промазала. Девчонки, на сотку падайте. Угу. А, да. Сори.
на гуслей держали, а разобрал этот 50-100 ИИС. Достает далеко 50-100. Мне кажется, он все-таки, да, вот, хотел только что тыкнуть. Засветили его. Прям рядышком. Так, чувствую... Дуб, вот вы помогите вот эту вот сотку разобрать все вместе? Да. Ну все у нас троечки были. Вы стреляете все по разным танкам. Вот смотри, сотка есть. Смотрите, если сейчас к вам придут, давайте сотку, выпиливайте ее. Я промахнулась. Не надо было, блин. Они пошли на вторую базу. К сотке КД, кстати. Да. Меня из барабана. Китя, надо было ехать догонять сотку. Так, ой, только смотри, третьего получила. Уже. Ой, смотри, две сотки. Люб, не лезь, он там умрет. Сотка шотная наверху и снизу. Блин, рикошет и палки. Опа! Боже мой. Если бы, конечно, ребята знали, что убивать надо меня и писать кодовую фразу, они бы, конечно, это сделали. Ну да. Ну, тут все. Печаль. Я тут смотрю, кто у нас на Твиче сделал ставку. Шайтан добавила свое в Унифеме. Прикинь, они теперь будут чесать думать себе затылок и думать, в какой они теме были, а в какой нет. Да-да-да. Слушайте, я пошутила, Курт написал у нас в чатике ESL-TV, да, что кто в команду еще на бой. Я написала в шутку я, и он мне присылает приглашение, представляете? Да он и мне шлет приглашение. Он ждет нас. Так, ставка сработала, танкиста в шапке. Команда противника победит. Ну, поздравляем его с золотом, который он получит. Может быть, девочки, кто, у кого-то есть СТшка или светляк 6 уровня? То я что-то плохо свечу. Ты неплохо светишь, нормально светишь. Просто как-то мы, скажем так, не так сыграли. Не надо было никого назад в объезд отправлять, потому что мы просто разделились, отправили на смерть девочек. Ну что они там сделают вдвоем против троих? Там хотя бы втроем против двоих что-то сделать, потому что все-таки ребята лучше играют, чем мы, лучше пробивают там и так далее. Вон, мы сейчас с Таней внизу были. Я не пробила ИСа третьего, Таня не пробила. Я тоже нам... не пробила два раза. Вот и я о чем говорю. То, что неправильно разделяться. Нужно было просто, зная о том, что они где-то там, идти всей кучей давить где-то кого-то остальных. То есть неправильно. Тань, сайт готов. Ладненько, не будем расстраиваться, правильно, неправильно. Мы только раскатываемся. Каждый раз, да, раскатываемся, и каждый раз мы получаем опыт, и это уже хорошо. Ну что, и в следующий раз, девочки, еще раз вот такая вот штучка, фишка очень важная. Если видите, что рядом кто-то с вами стоит из девочек, и его уже раздамажили, а у вас ХП больше, выезжайте и с собой закрывайте. Не откатывайтесь за девочку, чтобы ее забрали. Нужно беречь стволы. И выносим. Играем, стараемся выносить того, у кого уже меньше ХП осталось. То есть минусуем пушки. Так, ну что? Недобитков, как я их называю. Ну да. Так, Танюш, никнейм скопировала? Да. Все, замечательно. Ришка, давай отчетик. 5, 4, 3, 2, 1, пиу.
пинает нас. Пиу. Ну правильно, давай пойдем уже воевать с противником. Сколько можно сидеть в ангаре? Батус пишет, девушки проиграют. Ах, Леха, топливо залили? Все, давайте, солярка. А Кроха, он за нас болеет. Кроха, спасибо. Батус просто после вчерашнего стрима, наверное, так считает. Не только после вчерашнего, у нас он тоже, мы с Танюшкой поездили, когда орешки раздавали. Орешки раздали, а сами остались, блин, с бабами. На бабах, да. Одна победа за 2 часа. Кстати, тут победа была только с Лёхой. С Лёхой? Да. Вы чё там, кого там разводите? Нет, ну вот Батус к нам присоединился, затащил. Да, у нас была с ним победа. Таня запомнила, 2 часа сливаться, ё-моё. Человек присоединился, победили. Меня потом Лёша позвал во взвод, но говорит, ну давай исправлять немножко. Я говорю, спасибо, Алексей. Поздно. Да, шайтан так и не зовет. Так, Иришка, ты сейчас отправляешься на первую базу, только аккуратненько, так, как там, с нашей стороны становишься, в общем, мы, девочки, отправляемся сейчас в начало города и постоим возле второй базы, возле домиков. А Иришка нам даст информацию, что у нас возле первой базы, постоит, только вниз, Ир, не спускайся. Так точно. Вот, девочки, я здесь проезжаю, здесь кто-то становится, вот тут кто. Дальше кто-то становится вот здесь. Вот сюда, на угол дома, куда у меня пушка. А я стану с этой стороны. Надо в кустике спрятаться. И ждем. Если, ну, в общем, по ситуации посмотрим, пока ждем информации. Смотри осторожно, там соточка пойдет на зелень по-любому. Так я думаю, что там Т-44 поедет. Так, молодцы, девочки, смотри, какие умницы. Уже кто-то шот дал. Ну, я, конечно, его засветила. Я думала, сейчас кто-то еще успеет его разобрать. Нет, я не успела. Я еще ему шот дала. Он у меня на гусле. Только до него никто не достанет. Раздамаживайте. Я могу. Попробуйте, девочки, еще поработать. Так, у нас на первой базе. Да. Так, значит, 2 танка, давайте вместе со мной, оттягиваются туда на первую базу, все остальные здесь стоят. Все, там у них больше. Девочки, кто-то здесь один остается на защите. Все остальные отправляемся туда. Там 2 танка. Один не получится. Их тут 3. Девчонки, выручайте мне, все, кранты просто. Девочки, давайте. Девочки, вдвоем там оставайтесь на сбитие. Девчонки, помогите, кто здесь остался. Девочки, стреляем по целым. На них захват. Вас 44-ка сзади заходит. Люб, слышишь? Да, я слышу. Ну, поднимитесь тут, девочки, туда. Все, девочки, все поднимаемся. Там что-то взад у меня туда. На него не обращаем внимания, на сбитие базы поехали. Спасибо. Девочки, тут не проехать. 44-ка поднялась, едет на ту базу. Почему вы все съехали? А я здесь одна, да? Да, круто. Да, да. Потому что мы здесь вон, с Настей это самое, еле вон, проезжаем. Девочки, все на ту базу. Это капец. Не успеете. Мы еле поднялись. Ну, они многие шотные. Ну как шотные? Все равно. Да, мы не доезжаем просто. Вы не успеете. Жаль, 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 чуть-чуть бы.
не доехали. Разрешите мне взять тяжика? Хотя бы на пару боёв прокатиться. Давай, я попробую взять Хэлла. Давайте это 37 возьму на пару боёв. Давай. У тебя есть, да? Да-да. Давай. Люб, 32-ку или 63-го? 32-ку. Да, я бы одного бы забрала, если бы они на меня не лезли бы по очереди. Угу. Девочки, ставьте все готов. Ну что, ребята, надеюсь, хоть кто-нибудь уже собрал команду выйти против нас. Да, да. Конечно, а собрали. Включаем. Несколько команд. Включаем. Ребята, не забываем о кодовой фразе «убить леди». И у нас, ребята нас поддерживают на твитчике. Вот. Пишут там, в общем, всякие хорошие штучки, там, тра-та-та, девчонки победят. Ребята, спасибо, девчонки проиграли. Но мы не теряем надежды и... Надеемся да, на победы. Ставка Батуса. Ну, сейчас Ирина взяла Т-32, поэтому мы 100% будем выигрывать. Да, у Настенька вот взяла хороший свет, Т-37, очень хороший танчик. Сейчас будет нам помогать. Леха, привет тебе на твичик. Всем тем, кто к нам присоединяется, всем приветик. Да, и пока ребята отписываются о готовности, наверное, многие еще в бою находятся. Я сейчас объявлю, кто с нами сегодня в нашем составчике, в нашей команде в Железных Леди катается. Сегодня это под номером 1 Леди Босс Вумен. Зовут меня Любовь, кто не знает. Под номером 2, опять-таки, кто не знает, 007 кошка наша Танечка. Привет. Это та девушка, которая принимает ваши ставочки у нас на твичике. Под номером 3 Мити 77 наша Инна. Привет. Под номером 4 Кэт Леди Елена. Всем приветики. Под номером 5 Анастасия 17-19-95. Это девушка, которую зовут Настя. Девушка, которая пришла к нам в гости покатать вместе с нами. Настя, привет. Всем привет. Так, под номером 6 супермалютка наша Иришка, которую нередко путают с мулаткой. Привет. И под номером 7 Шайтан, наша Сабрина. Привет всем! Так, ну что ж, давайте сделаем отчетик и отправимся в бой. И напоминаю, что отчет, да, у нас в канале делает супермалютка. И больше никто другой. 5, 4, 3, 2, 1. Пиу. Опять пил. Ну, теперь она написала пик. Час пик. Я кнопочкой ошиблась. Или пи-пи, как мышка. Пик-пик-пик-пик. Запикали весь стрим. Угу. У нас уже ставки пошли. Батус пишет, девушки проиграют. Квот 2004 пишет, команда... Противников победит. Коломбо 08 пишет, на противников ставит. Ай-яй-яй. И только танкист в шапке верит в девчонок, верит в наш женский коллектив. Спасибо ему отдельное за это. Ой, все, пишут. Сергей пишет, противники выиграют. Блин, все, я уже просто не могу. Спасибо, ребята, за вашу неподдержку. Наоборот, вы должны поддерживать слабую половину. Да, сделать ставки и написать, что, девочки, мы вас верим, но команда противника победит. Как-то а мы сейчас на вред возьмем и выиграем. Даже вот Лиззи Смурфик пишет, эх вы, не верите вы в девушек. Это ну, что за счет 1-10? Надо ставить на ту команду, у которых ноги красивее.
Так ведь? Угу. Ты знаешь, может, у них тоже ноги красивые. Я предполагаю. Сейчас посмотрим. Как в песенке «Плачь, Америка, танцуй, Европа», а у нашего противника самая-самая-самая красивая... Красивая соседка. Карма. Соседка. Соседка, да. Так, ребята, не забываем, если вы попали против нашей команды, отписываем нам в боевой чат кодовую фразу «Убить леди». Именно эта фраза активирует вашу возможность на выигрыш 500 голды. Девочки, смотрите, так. Можно встать в бойницах здесь, то есть будем контролировать базу, и некоторые вот здесь встать, то есть будут контролировать эту часть. И, соответственно, куда уже поедут, будем туда ориентироваться, как вы считаете? Да, мы станем на стандартный деф, девочки. Угу. Станем, да. Разреши мне, пожалуйста, вот сюда вот встать. Мы с тобой станем, значит. Становись. Так, спасибо, командир. Значит, два танка в бойницу, девочки. Угу. Два танка у нас, получается, вот куда я еду, кто-то со мной. И два танка тоже смотреть в эту сторону, сюда на уголочек. Там, где я проезжаю, только вот слева встать далеко надо. Далеко не вылазь, и только... Ёлочкой станьте, ёлочкой. Так, девочки, сюда, Таня, это самое, туда вот косу третьему на уголочек. Можешь встать не сюда смотреть, а смотреть к бойницам, а можешь здесь постоять, без разницы. Девочки, так, чтобы простреливать вот эту часть, Лен, и вот эту. Лен, тебе нужно встать так, чтобы выглядывать, получается, какую-то у нас третью линию. А, все, ты через бойницу смотришь. Мне кажется, мы победим. Давайте сыграем, посмотрим. Ну, у нас, по крайней мере, сейчас стандартная защита. Угу. Так, Настенька, ты у нас будешь контролировать до самого последнего первую базу. Мы, если противник пойдет на вторую, уже вырвемся и пойдем помогать. Так, девочки, пока сбойниц смотрим, стреляем. Кошечка, оттянись на ту сторону помогать пока. В принципе, из третьей ты тоже можешь, кто это у нас, Инна, тоже можешь туда посмотреть. А мы сейчас еще посмотрим с Леной. Девочки, они с этой стороны идут к нам. Разворачивайтесь, можете помогать. Пойдем, Лен. У нас Настя там поконтролирует все. Пойдем разбираться с противником. Я сейчас хочу и заеду к ним. Да. Можно с центра будет заехать, там у них 12Т светился. Умница, девочки. Что такое? На себя беру. Ух ты, Ириш, тебе, как тебя там отфокусили? Не знаю, я вообще в этом... Не должны были меня пробить ни разу. Ого. Ты отъехала, папа. Все подтягиваемся, все. Так, Лен, тут у нас, блин, стала попой, 32-ка тебя засадила. Ай-яй-яй, девочки, кто-нибудь мне помогите. Прикройте. Сестренка спешит на помощь. Так, походу нас сейчас заберут, девочки. Давайте, наверное, еще кто-то пробуйте помогать. Лен, да. Попробуй откатиться назад. Сейчас тебе еще в бок засадит. Сейчас, сейчас, сейчас. Давайте вот Дениса забирай. Люк. Все отлично. Умницы. Ленчик тоже умница. Аккуратно, аккуратно. Он по мне стрелял, ну и ладно. Сейчас 37-ка зайдет ему в задницу. Поехали, девчонки, просто забирать последних героев, скажем так. Ой, я не пробила. Ой, я шотная. Мне больше не надо ничего. Я тоже не пробила. Девчонки, в общем, атакуйте. Стреляйте. Давайте я поеду. Настенька, справишься? Кошка, получи шот, дай нам вылезти. Он стрелял, нет? Выстрелил.
девочки шотные, когда вот так вот остается, нужно дождаться, когда она отстреляется, и только потом... Да гля, не пробила. Только потом выезжать. Мальчики, то, что вы в нас не верили. Ура! Мы сейчас все вместе показываем вам язык. Получите, фашисты, гранату. Ура, 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 мы победили, мы лучшие. Семён на твитчике пишет: Настёна, я тебя вижу. Андрей пишет: девушки, парни самоутверждаются. Блэк Дракон пишет: Люба, точно у вас будет победа, и не одна. Спасибо. Я так понимаю, Леди Смурф поставил на нас 4 катка вин. Он ставил на нас, но там, по-моему, кто-то первый, да, делал такую ставку на нет, нас. Это он. Он один? А потом Батус написал: девушки проиграют. Потом Квот: победит команда противников. Танкист Шапки: команда девочек победит. Смурфик. Леди Смурф? Смурф, да. Смурфик у нас удивляется, пишет: Люба, почему у тебя КПД желтый? Потому что у меня стоит ВН-8. И по ВН-8 у меня КПД желтый. Для чего мне это нужно? Для того, чтобы я знала, что нужно идти вперед и работать лучше. Вот так вот, то бишь играть лучше. То есть я дно. Плохо, что я позорю девочек, потому что они тоже желтые. О, да. Вместе со мной. Вот. Но вот это для того, чтобы мы знали, что нужно стремиться к лучшей игре. Если я поставлю рейтинг эффективности или ВН-6, конечно, у меня будет показывать гораздо все выше. Там 1400 с чем-то ВН-6. В общем, надо так. Так надо. Нужно знать, что ты дно, рак. Нужно стремиться больше. Клешни у тебя большие, играть мешают. Люба, работай над собой. Люб, можно я и со третьего возьму? Бери. Но 32-ка приносит победы. Ладно, возьму 32-ку. Так, ну что? Сабриночка, ты еще с нами боёчек, нет? Да, еще один бой. Все, хорошо. Так, девчонки, ну давайте тогда не терять времени. На все разговоры все потом. А сейчас давайте запустимся в бой, потому что Сабрине нужно нас покинуть. Вот она в топе у нас по дамагу была. Нам такой игрок нужен. Ну, извините, 3К накидала. Да. Давай отчет. Давай. 5, 4, 3, 2, 1. Пиу. Опять пик. Ире понравилось, как здесь все пищали, как мыши. Пик, можете пик, попищать. И опять Батус пишет: девушки проиграют. Так. Танкист пишет: команда девочек победит. Мне вот просто интересно, как они ставки делают, если еще тот бой идет. А Танюшка написала, что ставки принимаются, ага, и мы отправились. Все, поняла, вижу. У нас же задержка. Ну, не у нас, а на Твиче. Я не могу. Девчонки, как вам не стыдно в прямом эфире? Ну, правильно все, Сабрина. Кто-то не задержится, а кто о чем подумал, я не знаю. Ой, ну ладно. Посмеяться тоже полезно. Да-да-да. Для того мы и девушки, чтобы сами же над собой смеяться, у кого там все задержалось. Ну вот, поехали. Кроха, еще тебе спасибо, очередное спасибо за поддержечку. Ну а теперь, пока мы запускаемся, я быстро расскажу правила игры. Итак, если вы хотите выиграть голду, оставайтесь у нас на Твиче и отвечайте, делайте ставочки на вопросы Тани Кошки. Она пишет ставки, вы делаете, и, в общем, там сами разберетесь. Далее, если вы хотите встретиться против нас, переходите на Ру7, собрав свою команду, заходите в канал ESL, по отчетику отправляйтесь с нами, пишите нам кодовую фразу, убивайте стримера и получайте 500 голды. А, так. Хорошо. Так, а теперь что нам делать, надо подумать. У нас получается захват. Да, они нас будут принимать, и мне не очень нравится именно этот расклад. Mm-hmm. Давайте попробуем поехать сейчас так. Здесь, и кто-то поедет троллить. Ага, 37-ка поедет. Здесь проедется, вернется сюда, поедет сюда. Ну вот мы едем к сотке, значит. Ну а что делать? Иначе нам не победить. Они нам будут настреливать со всех сторон, они станут на Б1, на переезде. Т1
37 одну оставлять тоже как бы не надо отрезать от нас, чтобы помогать надо как-то. Она я просто на просвет, на троллинг. Сюда, вот там танковать удобно. Пусть сама едет. И недалеко, чтобы ты осталась жива. Живи, короче. Возвращайся, падай, давай за нами, раз у них там 90-тик. Так, девочки, на горку не все, давайте остальные попробуем сюда поехать. У них будет танк и на переезде. Так, кто-то на переезде остается. Давай из третьей и 37-ка. А мы аккуратненько, девочки, подтягиваемся сюда. Может быть, соточка. И здесь перехватим мне, девочки, сверху. Будет хорошо, если мы заберем сотку. Это уже преимущество будет. Настя, а куда ты поехала? Ты со мной на переезде. Девочки, на гору залазим так, чтобы можно накидываем, было работать. Девочки, по ИСУ третьему поработали. Еще шот. У меня броня не пробита, потому что я слишком издалека стреляю. Ниже бери. Так, я бы попала бы в супермалютку ниже. Кто там с ХП потерял? Кто-кто? Кэп. Отгреб от ИСА. Как всегда. Ну да, первое отгребаю, первое лезу. Так, ну что ж. Что ж нам делать? Надо быстрее валить, пока я не по карте. Что-то делать. Так, девочки, горочка, контролим. Так, 37-ка, наверное, давай попробуй к нам. Да, давай попробуй к нам. И так, назад, как же ей... Тут надо подумать, как ей подсветить-то, через горочку, что ли? Или здесь где-то? Давай к нам, езжай. Пускай вот так проедет. Так будет лучше. Ой, у меня двигатель поврежден. У тебя? Отремонтируй движок. КВ-4 по мне стреляет. Ну а ты, Лен, туда, на ту сторону не перекатывайся, ты ж там одна. Не перекатывайся. Значит, в засвете была. У тебя лампы еще нету, да? А на ИСе нет. Плохо. Уже не стало. Вы же поехали вперед. Хотел сказать, на переезде должен кто-то с лампой остаться. 50-100 там стоит у них на базе. Надо 50-100. Так, девочки, с горочки, кто может работать? Стреляем. Блин, далеко. Лен, кого добирай, кого видишь, тоже стреляй. Да, конечно. Девочки, по Леве может кто-то, пока на переезде? У меня снаряды улетают, я не знаю куда. Сотка походу КД. Еще шот по ИСУ третьему. Давай, Иришка, забирай, молодец. 75-й. Сверху. Угу. И Лёва тут еще стоит. Там еще с вами 95-м был. Ой, блин, я засветилась. Соточка, так, 75-ка не пробил. 75-й. 90-ка не пробил. Ай-яй-яй, сотка меня выцеливает. Почему все от меня, а? Да, не только тебя, они тут всех подряд. Не, именно от меня все время первую пытается убить, потому что думают, что я парень. Так, девочки, мне, наверное, надо как-то отойти, меня сейчас заберут просто. Да, тебя сотка. Все, забрала. Лёв. С переезда. Мы стреляли. Так, Лен, давай, наверное, сюда подтягивайся к нам. Девочки, чтобы заставить их выезжать, нужно будет просто заехать на базу. Подождите, не вылазьте, мы же слепые. Лёву, давайте, все девочки, кто достает, по Лёве стреляем. Давайте, еще выстрел остался. Блин. О, разносят домик, чтобы по Ире поработать. Девочки, по этому самому, по 75-ке стреляем, кто достает. Не достаете, значит, Ира, ты оттягиваешься. Девочки, полненькие, все отправляемся на захват базы.
Будем их троллить захватом. Ира, за домик задницу прячь. Прячь. Ой, за, за домики, у тебя сзади этот самый. КВ-4. Девочки, КВ-4 в засвете, давайте все на переезд, повернулись и стреляем. Ира, ты бережешь свою жизнь. Угу. Лен, давай тоже как-то или за домик, и не боком к нему. Угу. Минута осталась. Сейчас еще... я обойду. Девочки, надо на захват базы, у них же защита. Девочки, все на захват базы, все стали на захват базы. Должен пораньше. О, как хорошо. Давайте, пускай догорит. Девочки, все на захват базы. У нас 40 секунд. Блин. Лен, стреляй по 50-100. Ну, 18 секунд мы не успеем победить. Добирай, Ир. Блин, боже, я промазала. И я. Почти. Да что ж такое? Ну, так вот не хватило времени. Сколько времени себя? Стояло, так пролетело быстро? Очень быстро. Вроде только выехали, и время смотрели. Я так думаю, ставку батуса сыграла. 32-ку оставлять? Или и сам взять? Оставляй 32-ку. Все, девочки, всем пока. Пока. Хороших боев, желаю вам удачи, чтобы же последние были все победы. Давай, Сабрин. Угу, все, всем пока. Пока. Пока, спасибо тебе. Вам тоже, девочки. Удачки вам. Спасибо. Так, кидаю нашим девочкам пригласы. Так, ну что, Танюша, чья там ставка сыграла? Так, а Семен пишет, Настена наш клановский талисман. И всем тем, кто нас поддерживает, пишет комментарии, что девчонки победят. Спасибо, что вы в нас верите, но в этом бою мы, к сожалению, не дотащили. Надежда умирает последней. Да, кстати, Нади сегодня нету. А так бы было бы к слову, да? Ну да. И, девочки, относительно боя, который только что был. Когда было сказано, что едем все на захват базы, не нужно было оставаться двум тяжиком на горе. Нужно было всем ехать. Да не расстраивайте, девчонки. Главное, слушайте команды. А расстраиваться не надо. Я могу взять этого прототипа, и мы 100% победим. А как же ты будешь переезжать? За всеми остальными. Меня толкать. Я промолчала. Она говорит, мы 100% победим. Думаю, не, ну конечно. Смотря какая карта. Нам пишут, кстати, на Твичик относительно фразы, я говорю, девочки, полненькие, ну типа, езжайте там вперед, там все дела, и вот на Твичике нам пишут, мне понравилась фраза, девочки полненькие, и пишут, что двухзначно. Поэтому никто не поехал палиться. Что-то девчонок никто к нам не приходит, да? Ну, получается, что да.
Подожди. Ну, у нас есть Торвальд, который может нами покомандовать, который сегодня свободен, который уже командовал нами. Ну, это тебе решать, кто с нами поедет. Или каждый поедет по одному разу, а может быть и Лёша покомандовать. Он скажет, а вдруг с вами кататься? Пусть да будет. Ладно, он уже с нами катался, с полненькими. Так, тем временем на твитчике Кроха нам пишет, ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед и только вместе. Спасибо, Кроха! Прикольно, круто. И в стихах. Мы раньше с девчонками тоже стихи рассказывали, наши девизы, не знаю, может быть, сейчас немножечко поколдуем, хотя Шайтан ушла, но можно тоже какой-нибудь наш девизик зарядить, рассказать. И снова в атаку, и снова в сражение, девчонки, нас новые ждут приключения. Движок кританули, контужен весь взвод, но мы не сдаемся, мы только вперед! А мне нравится про раков. Там ты что-то помнишь, на дне раки были? Да. Помню. Кто ж сочинял, тот и помнит. Так, Андрей появился у нас на твитчике. Андрей, привет. Кстати, он со всеми нами здоровается. Привет. Привет, Андрей. Ну, ребятки, давайте, может, у вас есть кто-нибудь желающий к нам в команду присоединиться, взять командование в свои руки. Крепкие, мужские, надежные. Батус, у него своя команда, он не пойдет. И девочки. Ну, знаешь, очень хотел оставить, что мы должны проигрывать. Он не верит в нас. Я поняла его тактику. Когда все ставят за нас... Он самый первый, Таня. Таня, он самый первый пишет, что он против нас. Не надо, я наблюдаю, у меня рядом ноутбук стоит. Я, конечно, понимаю, голдой, но где же поддержка? Поддержка вот нас, маленьких, миленьких, очаровательных девушек ESL, девчонок женского клана БОСВ. Где? Нету. Лёша, я не понимаю, где твоя поддержка? Вот нам ребята и стихи пишут на твитчик, и всё круто и замечательно, и вот и так вот. И дарят. Да. Ну да, вообще-то, когда ему так пофартил, он вряд ли к нам придет. Лёха-то. Так, ну что ж, сейчас немножечко подождем, может быть, Алексей зайдет, может, еще кто зайдет. И давайте, наверное, тогда пока расскажем наши правила. Так, значит, ребята, девчата, сегодня пятница, а это означает, что милые, прекрасные, очаровательные щебетушки, девчонки женского отдельного батальона БОСВ, снова с вами и снова в эфире. Что нужно сделать для того, чтобы выиграть у нас голду? Все очень просто. Переходим на Ру7 и там собираем свою команду. Присоединяемся к нам в ESL-канал, который создан в игре. Вот так он выглядит. Кто не знает, спрашивайте на твитчике, я расскажу, как это сделать, как сюда присоединиться. Далее, именно в этом каналчике мы ведем отчетик 5-4-3-2-1 пиу. На пиу вместе с вами нажимаем кнопочку «Убой». Напоминаю, что отчет ведет супер-малютка наша Иришка и больше никто другой. Далее, если вы попали с нами в один бой, вам нужно отписать нам в боевой чатик кодовую фразу «Убить леди». Это будет означать, что вы в теме, и это будет означать, что вы получите свои 500 голды за уничтожение танка стримера под ником «Леди Босс Вумен». Все очень просто, поэтому не теряйтесь, присоединяйтесь, будьте ближе к нам, особенно этой холодной, вечерней, пока еще осенью. И еще, если не хотите вы собирать команду, не умеете играть в КБ, либо же есть у вас на то какие-то свои причины, но не идет сегодня игра, не беда. Оставайтесь на твитчике, и наша 007-кошка, наша Татьяна, будет принимать у вас ставочки. Делайте ставку,
Какая команда победит? Команда девушек, либо же команда противника. Если вы ставку написали первым, и она сработала, вы получаете награду 100 голды. Так что вот так. Так, нет желающих присоединиться к нам из тех, кого я позвала. Это означает, что сейчас будем, наверное, звать просто всех по списку. И если будут желающие, они обязательно... Так, вот у нас есть, кстати, эта девушка. Juice13. Вот сейчас ее мы и позовем к нам в команду. Привет. Приветик. У тебя есть ТС-ка? Так, интересно, связь есть-то у игрока? Сейчас, секунду, я проверю, есть ли у нее связь. Подожди. Номер 6. Напиши, пожалуйста, цифру 3 нам в боевой чатик. Ну, то есть здесь, в командных боях. Замечательно. А микрофончик есть? Нет? Работает? Нет? Даже написал, сейчас настроюсь. Торвальд, Лёша, слишком долго мы тебя ждали, поэтому мы взяли к нам девочку на свободное местечко. А так, спасибо, что отреагировал и подошел. Да, не уехали, но уже вот взяли игрока под номером 6. Всё, я вроде настроилась. А TeamSpeak у тебя есть, нет? Ну, его скачивать нужно. Так, ну что, девчонки, тогда будем через голосовую давать команды и разговаривать. Да, Настя, тебе гонять на 37-ке. Ну, у тебя же нету бульдога, правильно? Нельзя же иметь все сразу. Ну да. Фактически его можно купить, но серебра нет. Ясно. Так, ну что ж, Иришка, уточни, готовы ли команды встретиться против нас? А то засиделись мы тут в ангаре. Да, пока ждали, когда доберем кого-нибудь. И можно будет сделать отчетик. Все, поехали. Поехали. 5, 4, 3, 2, 1. Пью. Батус опять, и девушки проиграют. Вижу, гад. Мне кажется, это все из-за него, девчонки. Это надо будет потом ему претензии предъявить. Вот он ставит, что мы проиграем. Да, а потом пусть всех зовет в КБ. Пусть потом всех по очереди в КБ зовет и стату нам в КБ поднимает. Ха-ха-ха. Из-за него сейчас все спустим. Ох, он какой невезучий. Тань, а кто у нас выиграл? А то у меня уже чатик ушел вверх. Так ставочка чья? Выиграл? Догадайся с одного раза. О боже. Короче, ради голды сюда пришел нехороший. Вместо того, чтобы девчонок поддерживать. Так, и снова эта карта, да? Девочки, ну давайте сделаем... Ага, все, туда нужно говорить.
Итак, девчата, у нас тяжики сейчас отправятся вперед, станут здесь на балкончике, можно даже стать где-то, ну, втроем. Кто-то останется здесь за камешком, и ЛТшечка у нас отправится посветит, здесь она постоит, говорит, сюда. Нет. Только щелкает. Все поняли? Этому, а то я думаю, меня может... Я в игре говорю. А я тебя не слышу. Все по-старому. Ну, ты же помнишь, как мы играли? Нет, помню, так почему я тебя в игре-то не слышу? Только слышала, а сейчас не стала слышать. Не знаю. Такие лаги просто в игре бывают. Я уже испугалась. Так, 37-ка, береги себя. Мы с тобой на балкон. Ну, туда можно втроем встать на балкон. И кто-то должен оставаться за камешками. Боже, Коломбо требует вопросов. Ребята, а какие вопросы? У нас сегодня ставки. Ты требовал ставок? Мы тебя услышали. И сегодня мы не задаем вопросов, а делаем ставки именно вот по просьбе наших пользователей. Я могу вопрос задать. Ну, мы же ставки делаем. Флайер, добрый вечер и тебе. Какой красивый ник. Флайер. Да. Абсолютно согласна. Так, аккуратненько. Девочки, работаем по ИСУ третьему. 37-ка, береги себя. Так, я промазала. Я? Второе имя наше мазло. А что делать? 37-ка, аккуратненько пробую их подсвечивать. Да что такое, я опять промазала. Девочки, это, по-моему, будет поражение. Глянь, это кто этот? Кытя, ты чё тоже мажешь? Дырку я ему сделала, но ничего не пробила. А нам же пока не двигаться? Нет, вы пока стоите. Опа, и встретил меня откуда-то, нас понаставил. Я ещё и промазала. Так, девочки, у нас... девочки, кто... Едьте на наш балкончик, а те, кто на балкончике были, поехали все туда. Поехали, поехали, сбивать захват. Девчонки, вон на гусле, давай, подожди, подожди, Люб, пожалуйста. Девочки, еду одна я вперед, что такое? Вы слышите, что я говорю, или нет? Ира, давай вперед, я шотная. Ну, я же говорю, что я шутная. Все стали остальные на наш балкончик, где мы стояли. Девочки, здесь хилкат. Обращайте на него внимание, он будет разбирать долго. Захват сбиваем. Стреляем по целым. Как не пробило? Ира, тут вылез еще один танк, вон с третий. Все, он спускается. Мы били. Федя. Так, давайте еще кто-то полный сюда подъезжайте, целенькие девочки. Иначе нас сыры отправят в ангар. Так, есть там шотный из третий, надо попробовать по нём поработать. Меня Федя разбирает. Странно, чё мне на балконе никто не помог? Ладно, ну всё, я следующая. Ставка Батус опять сыграла. Так, Батус, мы тебя сейчас удалим с твичика. Да. Значит, у нас получается, Женя не была ни на балконе,
никуда не подъехала. Я не знаю, может быть, я не через Кью сказала. Разреши мне взять ИСа третьего. Я не могу пробить 32-кой. Ну, так. бери ИСа третьего. А ты знаешь, сегодня на ИСе третьем тоже почему-то рикошет. Я сколько раз ударила по базе. Да, девчонки, я уже на голде играю, я не пробиваю. Таня, а тебе флайер ответил, что у него красивый не только ник. А что же у него? Наверное, танк. Фотографию в студию того, что у него тоже красивое. Сейчас мы все посмотрим. Даже мне пришлось тоже голдой стрелять. Я вообще по нулям. Рикошет. Так, никнейм экс тра-та-та. Удаляю ваше сообщение, сейчас зайду. И давайте, наверное, да, в коллективе себя нормально вести. Не надо писать, у кого где что тупо. А там, где вам примеры нравятся, вперед. Как будто кто-то где-то держит. А, так, ну что, девчонки, поехали по отчетику. Поехали. Посмотри на нас, вот какой красивый сетап. Ну, красивый. Все ИСы третьи. Почти все русские ко мне. Советские. Ну, Батов, погоди. 5, 4, 3, 2, 1. Пил. Девочки, не переживайте, я ему сегодня отомщу. Батусу? Конечно. И чё, во взвод с ним не поедешь? Сливаться, скажи. Наоборот, поеду. Статус сливать будем, да? Все, Лёшка, берегись. Вот теперь я такая же красивая, как и вы. Так, ну что, девчонки, у нас, конечно, тяжелый сетап, им атаковать тяжело, поэтому даже не знаю, к первой, ко второй базе. Давайте попробуем к первой базе поехать. ЛТХа у нас поедет сюда куда-то, только аккуратненько. Можно даже, можно и по центру, в общем-то. Тяжики у нас все идут налево. Знаешь, Люк... Девочки! Квот, прости меня! Ставка Квода сыграла! А ты не тот отправила. А я никому еще ничего не отправляла. Ага. Ну да, а что тогда так кричишь? Ну потому что ошиблась она. Ошиблась. Квот, прости меня, пожалуйста! Да вы о чем? То, что не Батус в этот страт забрал золото?
Да! Батус просто пишет, девушки проиграют, а он так, знаете, так, победит команда противника, понимаете? И я тут губе не раскатала и не дочитала. Батус, так тебе и надо! Так, девочки, аккуратно, там впереди только что дерево нагнулось за домиком в районе первой базы. Так, это, возможно, у них там ЛТХ. Так, девчонки, осторожненько, возможно, сейчас встретим здесь ЛТ. Если не что потяжелее. Наверное, что давайте, наверное, сюда, к моей стороне ближе. Проезжаем. Ой, а я уже там не проеду. Да я вижу, поэтому ты остаешься там, где есть. На 4 ты там и остаешься. Ты меня сейчас через Q слышала? Это ты толкаешься, блин? Я не 37-ка, давай поближе, наверное, к ручейку пока. В ручеек падай сюда к нам. Где, говоришь, еще? Ага. Ага, вот она, ЛТХ. Сейчас засветит меня, конечно. Давайте вывалимся, да заберем его. Ой-ой-ой. Ну, она упадет просто. Это нужно, чтобы остальные сюда подъехали, законтрили, а мы тогда переваливаемся, пока нас не засветили тяжики. Сейчас накидают нам в борта. Давай вдвоем переваливаемся. Быстро-быстро-быстро. Блин, я мазло, ё-моё. Тань, ты стреляла уже, да, по нему? Да. Ой, девочки умницы. Так, остальные не переезжают, только вот кто переехал. Кто переехал, девочки, тот за нами. Остальные не переезжают больше за железку, а стоят на своих позициях. Аккуратно, 37-ка. Девочки, надо 30... Настя, уходи. Девочки, надо бы Насте помочь. Сейчас поможем. Мне позиция не очень нравится. Так, девочки, я не знаю, но наша, наверное, сейчас задача. Давайте постоим, подумаем. Так. Возможно, конечно... Ага, так, у нас кто получается? Давайте, девочки, кто-то вернется из центра, заберет ИСа третьего. Только супермалютка, не едь туда сама. Настя, ты береги себя, больше никуда не выезжай. Девочки, Кэтледи или Инна? Кто-нибудь к супермалютке забирать... Ага, они вон там подкатились, у вас не получится. Все, стоим. Никто туда не едет. Так, надо что-то делать и становиться на захват кому-то. Меня догоняет как-то. Тогда давайте кто-то, девочки, все-таки переезжайте. Причем, к Эри-1. Я предлагаю вам сделать следующим образом. Я сейчас вот стою поперек, а вы, короче, за меня все прячетесь резко. Договорились? Просто на других раскидывать, пока один за мной гоняется. Бегом. И повернуть, кто-то, чтобы обязательно повернул дуло, вот, на ИСа третьего, который там. Вставайте за меня быстрее. Так, все остальные выезжаем и работаем по танкам. Я специально стою, не так просто. Вставайте за меня, ё-моё. Девочки, аккуратно становимся за Иру. И дальше стреляем по технике. Желательно по одной. Если видите вот тигра, по нему стреляйте. Я вам боком специально встала, чтобы вы спрятались за моей... Да там 34-ка, Ир, была. Но её же сейчас нет. Девочки, сзади обходят. Сзади, сзади. Сверлись, все назад. Блин, не пробило. У нас захват на Иринке весь. Ира, значит, прячься за Лену. Конечно. Я хотела за танк спрятаться, не успела. Тут совсем надо прятаться. А что там, Настя вторую базу захватывает? Молодец. Я отвлекаю. Девчонки, ой, твои угла вынесли. Да, у тебя и башня отлетела. Говорит, мой уклад вынесли, смотри, башня полетела. Ира, подбери. Девочки, справа танк, девочки, направо повернули.
Я смотрю его, либо. Он просто вылез, и его можно доставать. Кошечка, так, давай. А по-моему, тигр отправился к Т-37. Время. Да блин, в землю снаряд ушел. Да что ж такое? Был на этом всем заход. Время? Да. Ну, все равно бы проиграли. Надо было просто вам всем за меня вставать. Специально ведь выехал. Наоборот, Ир, надо было тебя прикрывать. Ты первый заехал, а тебя как... Этот... Она специально боком встала для того, чтобы вы стали за ней. Угу. А сбоку 3-4, появится 3-4 разбирать начала. Поэтому не получилось ей за тебя встать. Ну ладно, девчонки, не расстраивайтесь. Что я уж теперь сделаешь? Ой, я не знаю, может быть попробовать что ли или 50-100 взять, у меня же экипажа нету. Сейчас попробую пересадить, если получится. У меня, по-моему, даже коек нету в этом в казарме, чтобы пересаживать. Так, у нас сыграла Ставочка. Батуса. Все-таки он добился своего. Очередные 100 голды. А он всегда на нас ставит, что мы проиграем. Женя пишет адрес, ты спросит. Сейчас ищу. Люб, я ведь тебе, по-моему, не так давно скидывал, да? Да, ну все, мы последние дни нафлудили там жутко. Да сейчас я скопирую дам. А я вот, кстати, Насте отправляла в личку. Сейчас я открою, я скопирую. Я тебе отправила по новой. Представляет, не могу скопировать. Я вот, конечно, предлагаю, чтобы Батус поставил на нас, чтобы мы выиграли. Так, ну и всем тем, кто присоединяется на Twitch ESL, всем добрый вечер. Добрый вечер от девчонок женского отдельного батальона Босс В, девушек ESL. Сегодня с вами в прямом эфире. С вами, кстати, и против вас играют такие бойцы, солдаты, танкистки. Как? Под номером 1 Леди Босс Вумен, под номером 2 007 Кошка, под номером 3 Мити 77, под номером 4 Кэт Леди. Под номером 5 Анастасия, это наша гостья. Под номером 6 Джуз 13, тоже наша гостья Евгения. И под номером 7 Супер Малютка Иришка. Так точно. Лен, ставь, готов? Погнали. Так, зашла уже, между прочим, Женя в ТС-ку. Здравствуй, Женя. Привет. Расскажи, что ты делаешь в смешанном клане, когда есть женские кланы? Не знаю. Ну, это информация к размышлению. Переходи к нам. Там как бы статистика не очень.
Ничего страшного. Главное иметь хорошую активность, кататься вместе с нами на ГК, приходить в КБ, укрепы, вот. И общаться вместе с нами в ТСке в том числе. Хорошее предложение. Батл спишет команда Леди, Босс, Woman проиграет. Это он прям так выделил. Так, кошечка, динам его сегодня, динам просто. Наоборот, пойду и буду там его все долбить. Девочки, нам сейчас на твичик пишет сегодняшний наш... красиво никнеймовский гость под ником Флайер. Он сказал, что у него красивое не только его имя. Вот, и пишет нам: девочки, вы всегда так играете? Или это мое присутствие на вас так влияет? Да, ваше присутствие. Мы прям сходим с ума от вашего имени и не только. Обалдеть. А если он еще что-нибудь скажет? О, кстати, появился, девочки, этот самый еще один пользователь. Видела я его, сейчас скажу где, на Твиче у Тузов, ник Фалер. Вот, так что у нас теперь два красивых никнейма. Возможно, второй никнейм на нас более благоприятно повлияет. Возможно, он не настолько красив, очарователен, и все дела, танки у него не так покрашены. Но, может быть, именно он принесет нам удачу, раз он с Флайером не везет. Он хороший. Да, да. Это вот во многих случаях гораздо важнее, по-моему, да, чем суперкрасивый танк. На нем еще играть нужно уметь. Так, и давайте немножечко тоже разрядим обстановку. Я зайду в достижения, открою свои комбои и покажу, как мы с девочками играем комбои. Играем мы практически всегда вместе, очень редко кто-то где-то отдельно катается, поэтому давайте я, наверное, похвастаюсь и покажу, как мы играем. Смотрим достижения, это я открыла, смотрите, командные бои. Вот мы играем с девчонками, да, прокачивала я Эмиля и прокачивала Иса в КБ, но, по-моему, статистикой мы можем похвастаться с девочками относительно наших боев в КБ. В среднем 65%, а то и выше, это довольно-таки неплохие результаты, а сегодня нам просто не везет. Бывает и такое. А бывает, мы играем одно поражение за 2 часа, за весь эфир, и за 4 часа у нас было такое, поэтому... возможно, действительно у вас плохая карма, Флайер. Да, не надо хвастаться, что у вас там еще что-то красивое. Мы вам не верим. А если он постоянно говорит, что он красивый, то грош ему цена. Ну что ж, бывают, Таня, люди, у которых нет ничего лишнего. Ни скромности, ни стыда. Поэтому скромнее надо быть, ребята, скромнее. Все, он уже, девочки, нервничает, спрашивает, а училка с вами? Это что, про меня? Ну, а про кого? У нас этот игрок, девочки, был с нами на День Учителя. Да, учитель, преподаватель, зауч с нами. Она всегда с нами. Так, ну что ж, пофлудили, покрасовались своими достижениями. Вот, и можно, я думаю, запуститься в бой, сделать отчетик наконец-то, и Иришка уже делает этот отчетик. 5, 4, 3, 2, 1, пиу. Ну и еще хочу добавить, что если мы сливаемся, то делаем это красиво, как и должно быть у девчонок, с улыбкой на устах, с радостью некой, вот, и все-таки с надеждой на победу. Насчет наших высказываний по поводу Батуса, он прокомментировал свои поступки следующим образом. Он все-таки рассчитывает, что попадет с нами в один бой, поэтому ставит на противников, что вдруг это он выиграет. То есть за 500 он точно убьет тебя, получит 500 голды, еще 100 голды за то, что он правильно отгадал. Вот так. Ну, знаешь, ему не нужно сегодня вообще против нас попадать. Он, по-моему, выигрывает сегодня довольно-таки неплохо, делая ставки. И ставки не очень хорошие. Они мне не нравятся. Я вам предлагаю поехать все тупо на первую базу. Пускай они Обычно там... она же самая открытая, и обычно так никто не делает. Давайте поедем на вторую. Или, ну, давай, ладно, Ололо Раш. Итак, девочки, все весело, дружно едем на захват первой базы.
Я вам предлагаю сделать все-таки нормально. Коробочку, я заезжаю, вы встаете все за мной. Ну, что-то в последнее время коробочка какая-то у нас косая. Ну так вы вставайте правильно. О, вы, говорит, вставайте. Самое главное, вставайте и все. А не там где-нибудь сзади. Как американские танкисты, ну? Узковато что-то здесь. Мало места, да? Да. Я думаю, что там в хвосте тянешься. Тебя там совсем затолкали. Любаша, как всегда, все хочет ехать. Вот пропустила. Прям к стенке меня прижала. Ой. Так я ж не буду, девочки, картоном поехали, становиться. Поехали. Давайте проходите. Все сразу на захват. Я в стенку, а вы вокруг меня. Я в стенку так встану дулом. А ты 69 всех засветил. Ира, ну ты же меня подрезаешь. Так я зацепилась. Через засвети. Девочки, мы на захват становимся все. Просто все. Да, да. И друг друга прикрываем, убираем борты и пытаемся точно показать. Так, у нас там сбоку. Мяса 6-го следите, сейчас мы летим в минуту. Я 25 сзади. Сейчас опять развернусь на него. Кстати, я здесь как-то играла в команде. На Е25 было два человека, из них один я. Вот. И мы очень хорошо нагибали. У Е25 очень хороший свет. Ура! Да, вот мы были с Катькой на Е25, одну, а остальные все были на восьмерках. Очень неплохо. Вот, а вы не хотели ООО «Раш». Такая практика. У нас. Никто не все хотели. Да уже нет, мы на эту базу никто не ездит, она такая открытая, да что? Так что, девочки, давайте опять поступать по-женски, да, и нечего повторять за ребятами, да, которые играть умеют. Нужно быть собой, ехать о-ло-ло, тупо захватили и победили. У нас тут сыграла ставка Насти, которая написала, что выиграем 100%. Настенька, поздравляем тебя. Танечка, копируй ее игровой никнейм. Настя, у тебя такой же никнейм? Нет, не такой. Господи, нет, а нужно... В чатике, вот здесь вот в ESL-овском, ну, в ESL-овском, а в смысле на Твиче, напиши мне свой ник. Окей. Правильно, я скопирую, просто я на этом, даже на нетбуке. Девочки, ну я пока чатик почитаю. Так, значит, вот этого не надо, вербуйте свободных, пишет Семен. Не хочет, чтобы мы Женю забирали. Нет, это он из моего клана. Ясно. Ну, ценить начнут. Так, далее. Алекс пишет, леди победят. Спасибо, Алекс, за поддержку. Рамзеска, приветище тебе огромное. И спасибо, что пришел к нам на огонек. Так, дальше. Флайер нам пишет. Давайте голды, я сниму порчу. И пишет, что совести у него все-таки нет. Так, Килл пишет, девочки победят. Флайер пишет, ставлю на девчонок. Флайер, спасибо за поддержку, но ставочки у нас принимаются после того, как кошка напишет, вот Таня, кошка напишет слово ставка или ставки. И кто первый пишет ставку, то есть те ставки и принимаются. Я в TeamSpeak не могу написать. А ты в этом... Тань, ты туда копируешь, все, я поняла. А тебе не в TeamSpeak, тебе нужно написать на Твиче. Так, дальше. Так, победа уже с вами, пишут нам потом. Воркута нам пишет, привет, новочки. Ну, что есть, что имеем, то храним. Не имеем, отпускаем. Так, Black Dragon пишет, я всегда в вас верю. Чего-то вот по сообщениям выше, честно говоря, я не заметила. А вот Лёха, он нет, всегда... Блэк Драгон писал все время на нас. Да? Нет. Сори.
Так, ну, Торвальд Лёха пишет, что он всегда в нас верит, и я ему верю. Верю и знаю, что он в нас точно верит. Так, ну что ж, пора. Танюшка, скопировала никнейм? Конечно. Все ставим девчонки, готов. И запустимся скорее в бой. Возможно, хоть одной команде сегодня повезет встретиться против нас. Иришка. Ну что, да, да, да. Давай посчитаем. Мы так быстро выиграли, может, ребята еще в бою? Да вроде и поболтать успели, и чатик почитать. Ну давай посмотрим, может быть, правда, кто плюсик поставит-то. Уже без плюсов едем. Угу. И мы отправились, потому что Иришка уже написала пиу. Так, девчонки, уже кого-то из нас собираются отправить на мыло. Где? На Твиче. Ребята, вам мыться нечем. Ай-яй-яй. Воркута балуется. Так, у нас спрашивают, а моя ставка не считалась? Ребята, напоминаю о том, что после слова «ставки», которое напишет Таня Кошка, принимаются только две ставочки. То бишь, кто-то первый напишет «ставлю на противника», и кто-то первый напишет «ставлю на команду девушек». Все остальные ставки, к сожалению, не работают. То есть они повторяются. Только те, кто первым правильно написал, то бишь угадал, тот и выигрывает у нас 100 голды. Ребята, относительно задержки, мы выставили задержку на Твиче и транслируемся. Вот у нас 2 с копейками задержечка идет, то есть вы нас видите не в прямом эфире. И напоминаю, что если ваша команда встретится против нас, вам обязательно нужно отписать нам кодовую фразу «Убить леди». Так, девочки, у нас защита. Поэтому предлагаю сейчас нам тяжики это. Давайте, наверное, 3 иса третьих ставят, станут, блин, вот сюда вот в домике и будут смотреть сюда. Сюда же ко второй базе отправится у нас Т-37. А все остальные проедут вперед к первой базе. Я чуть дальше, ну а вы давайте, наверное, на переезде постоите. Так, что остальные. Там много нас туда ломануло, девчонки. Направо у нас едут 3 тяжа, и Т-37 едет ближе к просвету второй базы, подъедет. За мной едете, становитесь на железочку, а я немножечко дальше проеду и немножечко попробую здесь просветить. Будет у вас 2 танка или один? Остальные. Получается, ну 2 танка за мной. Не, надо по именам называть. Вот не вижу его. Ну, он за камешком стоит. Т-37, попробуй только аккуратненько как-то проехаться. Только очень аккуратненько. Ой, блин, он меня на пульке разводит. Да ты что? Да, не, прячется. Я развожусь. Так. Ой, там дальше 90-ик, он по мне стреляет. Девочки, осторожно, там 90-ик. Дунь назад. Стоим пока, девочки, у кого лампочки, так. За мной супермалютка и кто там. А у вас нет лампочек? У кошки должна быть ведь. Кошка, как только засветишься, сразу Ири кричи. Меня засветились. Я засветилась. 37-ка, раз засветилась, отъезжай. Подтяжика не выезжай, пусть он едет за тобой, а если третий, сводимся туда и работаем по 34-ке, если видим. И, девочки, помним о том, что мы стоим на защите, нам выезжать вообще не нужно.
Видите технику, работайте по ней. Не давайте становиться на захват. Так, Воркута пишет, что он все-таки не верит в наше ололо, поэтому ставит на наш проигрыш. Люб, ау. Разреши мне вот сюда вот спуститься, девчонкам помочь. Если что, поднимусь обратно к вам. Не знаю, насколько это стоит, потому что сейчас с правой, получается, стороны поехала ПТ-шка. Смотри, все, кроме 90-ка и этого... Они вот хотят застать... Смотрите, вон Настеньке помогайте, чтобы Настеньку не убили. Ой-ой-ой, девочки, не видите этого маленького нехорошего, а? И вытягивает он, наверное, под горочку меня. Вот он получил, поросенок. Девочки, можете на них падать и убивать. Кто-то, девочки, отсюда с переезда может ехать и помогать тяжикам один. А один остается здесь, тяжик. Настенька, только смотри, чтобы с горочки по тебе не поработали. Так что, девчата, кто-то один со мной остается, все остальные туда. Ага, ну, то бишь, кто-то один. Настенька, аккуратненько, чтобы 90-ик не снял. Давай за горочку быстро. Молодец. 90-ик. Я еду к ним падать, правильно? Да. Падаем на базу и забираем всех. Бьем по этим самым... По целым. Потому что... Для того, чтобы сбить захват. А потом выносим... Шотов. Нифига себе. Девочки, все туда поехали. И туда надо падать и стрелять по целым, девочки, чтобы сбить захват. Я промазала. Я вот что-то чувствовала, что мне надо было в ту сторону ехать. Ну, давайте еще отчетик сделаем. Отправимся в крайний бой. Я уже поставила готов. Так, подождите, у меня тут какая-то фигня выскочила. Так, а у нас на Твиче сыграла ставка чья? Ой, Воркута, я даже не знаю, к кому вы обращаетесь. Кому ты из семи девочек? Угу. Ой, девочки, что-то не могу найти, где тут кто написал, что мы проиграем. Сейчас зайду на Твич и гляну. Он и написал. А, Коломба, вот и нашла. Почему? Подожди. Сейчас я найду еще, перепроверю. Потому что у меня не Коломба стоит. Ну, в плане... Так вот. Так, сейчас посмотрю. Так, только первая выиграла... Так, выиграла Анастасия. Дальше. Чуть выше вот в ставке. Анастасия, что два, выиграем. Танкист в шапке. 100% девочки победят. Коломба на девочек. Потом Black Dragon, девчонки победят. Потом я написала, там меня спрашивали, я написала, выиграла Анастасия, девчонки выиграют. Так, стоп. И Воркута все-таки сказал, не верю я в ваш выигрыш. Извиняюсь за спам, но признаться в том, что вы не очень в игре, похвально. Алекс 133, леди победят, и потом Коломбо 08 на ага. Противников. Угу. Причем он написал два раза. Три. Даже три его. Так, Коломбо, я не помню ваш игровой ник. Наверное, точно такой же. Так, Димасик к нам пришел и спрашивает на Твичике. Здрасте, как голду выиграть? Димасик, ну пока я расскажу, мы уже запустимся в бой, поэтому вряд ли вы что-либо успеете.
Вот, но оставайтесь сразу после нашего стрима на стрим турнира 7.54 Golden формат и делайте ставки на те команды, которые выиграют. Если ваша ставка сработает, получите 100 голды. Вот, ну, все остальное начнется со следующей недели. Девчонки сразу после того, как мы закончим стрим, кинут ссылочки на группы в ВК. Именно из этих групп можно узнавать, когда мы едем, что мы будем разыгрывать и как у нас можно выиграть голду в наших прямых эфирах. Я сейчас кину. Ух ты, Коломбо не верит тому, что он выиграл, кинул свой игровой никнейм. С радостью кинул свой игровой никнейм на пол. Ну что, поехали? Девчонки. Да подождите, Ира, тут такое вон такое. Капец просто. Ладно, ладно. Коломбо тут в шоке. Может, Коломбо вызвать скорую? Можно. Вот, я сбросила. Кошка, неужели я выиграл? Прикольно, конечно, Коломбо. Все сегодня для вас. И всем тем, да, всем тем, кто присоединяется к нам на Twitch ESL, всем добрый вечер. Танюшечка кинула ссылочку на нашу группу в ВК, поэтому присоединяйтесь. И будьте ближе к нам, узнавайте первыми о том, когда мы поедем, куда мы поедем и за что у нас можно выиграть голду, за какие боевые задачи мы разыгрываем голду. Узнавайте и присоединяйтесь к нам. Да-да-да, кстати. Давай, Ришка, отчетик. Поедем в крайний бой. 5, 4, 3, 2, 1. Пиу. Мне нравится Настя. Она всегда сразу после меня пишет. Готовы Андрей написал, заранее. Что мы становимся популярными, раз нас нашли твич-тролли. Да, а тролли сегодня, ну, просто завались. Они честно пришли, по-моему, они с вчерашнего дня отсюда и не уходили. Девочки, я походу привожу сюда вот только, ну, не только, у нас есть и хорошие ребята, которые за мной сюда пришли. Вот, но также приходят и тролли. Тролли, приходите, не стесняйтесь. Также будьте ближе к девчонкам женского отдельного батальона Босс В. Поверьте, мы и вас любим, но будем удалять ваши сообщения на Твиче. Вот так вот. А самое интересное, они во всех стримах троллят, а как только стрим заканчивается, сразу в приват пишут. Поехали в обзор. Ты хорошо заметила, причем постоянно. Да-да. И не всегда сразу после боя это происходит. Обычно внутри боя, прямо не внутри стрима, да. Со своим сообщением появляется. Ой, девчонки. Должна выиграть этот бой. Поехали, Ололо. У меня там ставка. Поехали, Ололо, на первую, девочки. Поехали. Ой, а где первый? Я еще в лесу там. А, Т-37 куда отправишь? А, на вторую, стоп, девочки, все на вторую через лес. Я думаю, Люба говорит, на первую. Девчонки, поехали. На сковородке. Мне кажется, вторая слишком открытая база. Да, ну, Ололо играет иногда. Открытая. Люба, Ололо Раш, он любит дураков. Ну а что, так всегда говорят. Любит дураков и девчонок, надо говорить. Ха-ха-ха, точно.
Так, в шапке. Моя голда придет, которую я выиграл. Придет! Куда же она денется? Ребята, значит, смотрите, у нас сейчас месяц ноябрь. Голда приходит в следующем месяце, то бишь в ноябре. Тьфу ты, блин, в декабре. Так, стой, это 37, мы девчонок подождем, потом поедем. В начале следующего месяца, то бишь скоро. Вам ждать немножко осталось, несколько дней. Ну, потерпите. А у нас есть, кстати, твичане, которые вот с 1 декабря выиграли. Ой, декабря. Ноября. Он уже вызвал скорую. Так, ну что, девчонки, езжайте, я за вами. Т-37, ты сзади будешь. Ну да, на захват. Да блин, у меня сегодня комбо-и все время телефон наяривает. Вроде и нельзя не брать трубку. Опять супермалютка меня подрезает. Ну что ты делаешь? Т-37 должна разобраться. Если я тебя подрезаю, значит... Девчонки, все на захват. С этим негодяем, блин. Боже, кого прятать? Кому? Так, девчонки, так по ИСУ третьему, девочки. Спрячьтесь за меня все. Ух ты, вообще перелетел так снаряд. Девчонки, все спрячьтесь за меня. Ну, блин, вот я стою одна, а вы там где-то... Он хотел утопиться, но не успел. Ну теперь спрячьтесь за меня. Блин, ну что вот вы тупите? Выносите ИСа третьего. Ай. Ну вот. И, девочки, еще... Что у нас тут? 34-ка едет. Блин. Я промазала и ухожу на КД. Я взад зайду. Заходи. Ой-ой-ой, отфокусили. Нехорошее. Просто надо, чтобы все стали вместе, вот прям вот одна к одной. Вот тогда не пробьют. А так, когда, получается, все стоят, вот абы как, тогда пробивают. Надо прилипнуть друг к другу, и все. Я не понимаю, где ИС-3 меня бьет? А он здесь вот левее стоит. Он, получается, вот эти прямо, а там левее стоит. Все, поняла. Ко мне вот именно в мой труп упритесь, тогда вам будет лучше. И только когда будете так, стрелять... Да, держи... Лен, Лена, боком стань к Ире. Вот, умничка. Ой. Вот все, стой, не двигайся. Ай, девчонки. Настя, помогай, накидываем в корму. Блин-блин. Блин-блинский. Блин, девчонки. Блин. Лена, Лена, держи. Коломба кричит песню погромче. Да, я видела, но уже некуда. Некогда. Лена, ну я пошел фокусить. Блин. Да что ж сегодня с нами такое-то? Назад, назад, сдавай. Главное, чтоб не пробил. Ай, не выезжай. А теперь вы... Ага. Съезжай с захвата назад. А. Что ж такое? Не сегодня успела я добрать хотя бы одного. Сейчас Настя пойдет и захватит базу. Они будут за ней бегать по всей карте. Так, у нас Бабай пишет нам девчулику. Привет и тебе. Так, ну что ж, тем временем у нас Настенька тащит, будет сражаться одна против трех ИСов, третьих. Ну, блин, они сильнее. Лучше царь горы, как я на МС-1 и все. Мелкий паразит пишет, привет, жестяночки. Ну ничего, вытягивайте. Ничей здесь не бывает. У нас атака, это означает, что если мы не выигрываем, то мы проигрываем. Точно, моя ставка сгорела. Печально. Коломба пишет, супермулатка каждый бой подрезает. Мочи его в бок. Давай его, мочи!
Ну вот такая. Ай-яй-яй, сводится, зараза. Так, ну что ж, сегодня наши девчонки сражались как могли. Плохо у нас получалось, к сожалению. Можно даже сказать, очень плохо. Но мы не отчаиваемся, будет еще и наш день. Обязательно все отыграем, все поставим на свои места и покажем противнику, где раки зимуют. Ну а пока наше время подошло к концу, и нам нужно прощаться. Так можно что... Я еще скажу немножечко? Можно. Танкист в шапке выиграл еще 100 голды. Поздравляем! Поздравляем и отправляем списочек победителя, вернее, победителя в наш списочек, вот так вот. Ну что ж, ребята, девчата, до новых встреч! С вами были в прямом эфире девчонки женского отдельного батальона БОСВ, а также их гости Анастасия и Евгения. Девчонки, еще раз вам говорю о том, что... Хотите, присоединяйтесь к нам в клан и не слушайте ребят, которые вас отговаривают. А то они нам уже угрожали на Твиче. И, ребята, кто с нами не попал, не расстраивайтесь. У вас еще будет время поиграть с девчонками из ВОСВ. Правильно, Леночка. Да, кстати, вот видите, девчонки играть не умеют. Зовите, учите, показывайте, а мы будем перенимать. Ну что ж. До новых встреч. Всем пока-пока. Приходите к нам на стрим и выигрывайте голду. И попадайте против нас на наших комбоях железных леди. К сожалению, сегодня никто не попал против нас. Это очень-преочень печально. Мы нереально хотели отдать те 500 голды и столько раз, сколько бы вы смогли их взять. Но, к сожалению, сегодня не судьба. Ну, в общем-то, на этом все. Всем, девчонки, спасибо за то, что пришли, особенно наши гости. Извините, что печалили вас поражениями. Не всегда у нас бывают черные дни, но случается. Вот. Так что, наши зрители, никуда не разбегайтесь. Сразу после нашего прямого эфирчика будет стрим турнира 7.54. И оставаясь на Твиче, можно выигрывать голду, также делая ставки, но не только на победу той или иной команды, а еще на то, сколько танков останется в команде победителя. Уверяю, вас ждут интересные бои, гораздо более интересные. Хотя почему гораздо более интересные, чем наши? То, я как играют считаю, девчонки, да, не играет никто. Вот, поэтому, в общем, по-своему интересные бои замечательных известных команд. Ну, хватит мне, я вот как начинаю прощаться, так и не могу. Так что, девчонки, прощайтесь, и я просто остановлю стрим. Всем пока, спасибо, что пришли и смотрели на нас, а тем более болели за нас. Я хочу добавить, что мы вас еще ждем в понедельник. Это 1 декабря, правильно я помню? И у нас будет женские противостояния. Нет, у нас будет не женские противостояния, будет ивент. Вот, Ира, видите? Я же тебе сегодня писала. Да, поэтому, ребятки, приходите, у нас куча новых штук появится на нашем канале, на нашей киберспортивной площадке. Поэтому будем ждать вас, как всегда, в 18.00 по Москве. Пока. Итак, всем пока, удачи, оставайтесь с нами. Да, и еще. Для тех, кто пришел к нам сегодня первый раз, ребята, если хотите получать на вашу почту оповещение, какой стрим начался, мы подписываем стрим-шоу там девочек там и так далее, нажимайте кнопочку «Following» и подписывайтесь на наш канал. И также не забывайте о том, что у нас есть группы в ВК, делая репосты в официальной группе ESL CSWOT. Можно выигрывать каждые 2 дня по 1000 голды. Многие из нас уже выигрывали, и следующим выигравшим голду можете быть именно вы. Также присоединяйтесь к нашей группе, к женской, где мы пишем новости о том, когда и куда мы поедем, что мы будем разыгрывать и так далее. Все, а теперь точно всем пока-пока, любим, обнимаем и все вам прощаем. Все вот эти вот ваши сегодняшние ставим на команду противника. А ты забыла, Люба, сказать. Девушки на ESL. Пришел, увидел, обалдел. Так точно.